Полетай, покуда, Грифон! Я Огра целиком заглотнул! Придет и твой черед! Выходных уверены, футбол смотреть будет большинство. Если хотите поболеть шумно и в компании, на сайте «Город Прима» смотреть обзоры с 25 баров и пабов, где транслируют матчи чемпионата мира. Рекомендуем столики бронировать заранее и уточнять, будет ли трансляция. Или идите в Дом кино, там организовали бесплатные просмотры топовых матчей на большом экране. Билеты можно получить в кассе Дома кино. Татышев парк запустил проект «Ритмы лета». Это серия бесплатных тренировок по самым продвинутым направлениям – от йоги до стретчинга. С вас удобная одежда, обувь, коврик и настрой. Расписание можно подсматривать в группе «Татышев парка» ВКонтакте. Там же карта, как найти место тренировок. А еще, как возможность бесплатно позаниматься спортом, воспринимайте проект «Стрит Баскет». Это бесплатно. Просто зарегистрируйте свою команду. В симпатичном месте в парке Гагарина на Свободном, где и просто гулять хорошо, пройдет фестиваль путешествий. Как проехать автостопом из Сибири до Юго-Восточной Азии? Как подготовить себя и ребенка к неожиданным ситуациям и дорожным сложностям на отдыхе? Об этом поговорят приглашенные гости-путешественники. Вход свободный.